Место поживы. Сейчас все по очереди обследуем. Все пещеры. Так, заезд не здесь. Что такое было? Думаю, кто в меня целится? Так, давайте посмотрим. На машине туда дальше мы не проедем. Но можно постараться, но безопаснее так пробежаться. Место поживы. Можем подкрепиться. Здесь у нас есть консервы, как раз нам нужно подлечиться. Как удачно мы сюда зашли. И все, в общем-то, здесь нужно осмотреть. Поблизости еще одно место поживое. Тут огромный лагерь. Лагерь ведет прямо... Берегись. Снизу, что ли? Так, я пока вниз не спускаюсь. Здесь у нас лестница. Это спуск в лагерь. Помойки. Там так написано. Сначала сверху нужно все осмотреть. Тут ничего нету. Как же так? Лагерь помойки, злой каньон. Уровень сложности 3. Я думаю, что этот лагерь будет сложноват. Так, сбросили его сразу же со стены. Устранили первую проблему здесь. Так, возьмем тесак. С помощью него мы так хорошо справились с боссом, с тем главарем. Ну, босс такой не босс. Вначале сложнее нам показалось. Мне показалось сложнее. Сейчас мы территория вот этого лагеря, злой каньон, лагерь помойки. Так, и какие-то у нас проблемы. Так, почему-то он не хочет выбираться никак. С этой стороны не вариант. Еле выбралась, блин, чуть всю жизнь не потратила. Так, здесь у нас есть какой-то баг. Интересно, я смогу? Нет, не смогу. Так, подлечиться нужно. Наверное, я не успею перебраться. Активируется вот эта труба. Нет, от трубы толку мало. Мне нужна бомбалка, я так не докину нифига. Нет, не пускает нифига подобного. Блин, с этой стороны мне не попасть. А баг почему-то не хочет взрываться. С другой стороны придется искать вход. Тут меня не пускают.
Так, а ты откуда взялся? Да блин, не к тебе, а ты. Надоел уже. Да блинский, блин, ну ладно, все, я тебя жду, иди сюда. Я здесь. Да так мы сегодня не договоримся с тобой вообще. Так, Макс опять сбежал. Так, с тебя что-то собрать можно. Чуть все патроны не потратил. Ладно, вот тебе. Эмблема. Можешь съесть свою порцию опарышей. Для тебя сегодня праздник. Праздник желудка. Нет, это копье. Ну и что-то похожее на копье. Так, дайте осмотреться. Пес только, блин. Заточка или в рукопашку вас так бить. Вместе с вами взорвался. Можно вручную эти баллоны взрывать. А можно из оружия. Они все равно взрываются, если задеть их в рукопашку или цель какую-то бросить в ту сторону. Мне не помешало бы лечение. Так, с обоих сторон у нас здесь есть проход. Или какие-то тайники. Лом, раздобыли лом. Так, чуть не свалились так. И как мне быть? Как мне быть? Я думаю, что все уже. Прощай, Макс, я думаю, что сейчас погибну. Но все обошлось. Каким-то странным способом он упал. Зацепился, но вот в игре он так вот. Якобы приподнялся на ноги. Якобы встал на ноги. Все. Тут больше никто не остался. Так, еще прибежала партия, блин. Дайте мне подлечиться. Я не хочу пропадать. Блин, откуда у вас так много взялось?
блин, запинали, затолкали. Нет, ты еще у нас решил приподняться. Я думаю, что с тобой уже разобралась. Ну ладно, это уже точно последняя партия. Я думаю, что в лагере еще будут. Но достаточно пока что. Сейчас на другой уровень спустимся в лагерь. Здесь хотя бы какая-то информация есть, а там... Там тоже, в принципе, должна была быть информация. Тут мы все вскрыли. Блин, и как же нам быть? Горлон, я не буду на тебя патроны тратить, можно легче это все сделать. Сломать лебедку. Так, а туда мы сможем попасть, там где у нас эмблема? Нет. Там у нас все перекрыто. Блин, лечение. Так, сколько еды-то тебе сейчас требуется? Потому что игра становится сложнее. Так, это у нас часть какая-то. Деталь проекта. Что-то я даже тебе прокачать хотела, Макс. Вот это вот. Так, не падать. Не смей падать. А где мое оружие ближнего боя? Теперь оно мне помогает. Теперь я только с ним. С ним сражаюсь. Без него никуда. Вот вижу дверь. Там у нас эмблема. Но отсюда навряд ли я попаду. Ну, так и думала. Из дробовика нифига не попадешь на такое расстояние. Патроны потратила. Взрыв, значит, требуется. Нам нужна канистра. Где я вам ее достану? По-моему, по дороге сюда я ни одной канистры не нашла. Там ее тоже нет. Сейчас нам нужно найти канистру. Так, а где нам ее найти-то? Вот здесь можем дверь еще взломать. Наверное, здесь у нас бензин. Так, исчезай. Дверь. Так, вот у нас бензин. Патроны. Здесь есть лом. Сейчас возьмем бензин тогда. И взорвем ту дверь.
Так, сейчас мне нужна канистра с бензином. Но прежде чем мы пойдем взрывать эту дверь, нужно здесь все обыскать. Чтобы потом сюда не возвращаться. Это мы где находимся? О-оу. Нет, я пойду вернусь. Потому что мне эта канистра нужна. Пусть они пока там останутся. Я, в принципе, могла взорвать его. Ну, можно было и так. Они теперь, кстати, преследуют нас. Как-то однажды сказала, что очень странно, что они за мной не погнались, и вот теперь они исправили эту ошибку. К счастью, здесь есть еще одна канистра. Тут бесконечный запас их, поэтому можно было не убегать. Что-то даже пропустила я. Дробовные патроны. Я вижу две эмблемы, которые не могу достать из дробовика. Разве что бумпалка. Мне кажется, эта дверь и та дверь, они ведут к одному проходу. Поэтому, возможно, я... Возможно, не стоило бежать сюда, но все-таки я проверю сейчас. Нужно все входы, все двери проверить. Лагерь третьего уровня, поэтому... Здесь, думаю, что тоже будет главарь. Трасс эмблема. И два эмблема. Что-то так плохо видно. Такое освещение. Где-то темно, где-то светло. Тут какая-то дверь, еще можно ее взломать. И отсюда можно туда подняться с обоих сторон. Вот как мы уничтожим эмблему. Вот отсюда. Это делается. Слушай, как получилось, что ты меня нашел? Ты мой тайный поклонник? Последний, что ли, был? Злой каньон. Даже нет ни одного босса. Ни одного главаря. Злой каньон у нас захвачен. Лагерь помойки. 76%. Еще два лома здесь. Эмблемы для меня такую ценность не представляют, но вот лом, в общем-то, нам необходим. Наверное, конечно, не хочется в долгих поисках искать лом, да? Все-таки для этого и существуют эти лагеря, помимо того, что мы снижаем угрозу и влияние члена. О-оу. Вовремя захватила лагерь, потому что у нас было сохранение, и я свалилась. Ну ладно. На чем остановились? На том, что я упала с обрыва и погибла. Так, а в какую сторону мне теперь идти? Я чего не искала? Теперь в замешательстве. Мы сразу выбрались к автомобилю.
Ну, у нас там еще остался лом. Два лома, две эмблемы. Ладно, к пункту воздушной разведки отправимся. И все вместе, ты и я, и он, добьемся цели. А как же по-другому? Прежде чем я уеду, нужно успеть хотя бы что-нибудь выгрузить. А здесь у нас пещера какая-то, и там у нас есть лом. Тут вообще ничего не видно. Темная-темная пещера. Давайте проверим, что же здесь такого. Интересно, здесь небезопасно. Это потайной вход в лагерь. Я здесь была. Разве нет? Да. Не знаю, не могу найти. В прошлый раз не нашла лом, сейчас не вижу, где он. А вот. Отлично. Ладно, тогда этот лом обойдется. Вообще он тут где-то поблизости. Должен быть в этой же пещере. Если нам нужно возвращаться в лагерь, мне не очень-то хочется это делать, но... Тут был еще один поворот, который я проехала. По-моему. Нет, через эти камни он не проберется. По-моему, здесь был еще один поворот. А нет, этот лом вход в лагерь. Проверим. Ну и куда у меня карта исчезла? Куда я бежала-то? А вот где-то здесь поблизости должно быть. Не знаю. Где-то снизу. Значит, нам нужно спуститься вниз и там все проверить. Другого выбора нет. Нет, здесь мы упадем, потому что канат... по канату можно спуститься только сюда, вниз. Ну вот, блин. Сейчас опять все отбегать мне. Ну ладно, тогда мы отправлялись сюда. Тогда туда сейчас и продолжим отправляться. Продолжим свой путь. Пункт разведки нам нужно посмотреть, отметить важные места на карте. Сориентировать нашего главного героя. Что тут вообще интересного в райончике? Заехал я, конечно, сейчас. А, нет. Или мы сможем здесь выехать? Сейчас проверю. Нет, лучше бы я этого не делала. Так, где у нас поворот-то был? Чё, еще дальше ехать? Там был поворот у нас.
Так, вот мы выехали на дорогу, а то бы сейчас там мучилось, или пришлось бы выходить из машины и там уже просить механика подогнать автомобиль. Архангел. Это мощь. А, грифу, наверное, стоит заехать сначала, да? Вот мы тут поблизости минное поле. Это я вообще сейчас в другом районе. Я сейчас нахожусь в районе МЕО. Пункт разведки. Вот у нас гриф. Снайпер пустошь. Сейчас мы его устраним, кстати говоря. Чтобы лишний патрон не тратить, но чтобы снайперу видно было хорошо, как нас ему, так и нам его. Но он успел первый попасть по нам, но все-таки все обошлось. Вот это у нас пункт разведки. Ну ладно, здесь пункт разведки проведем. Тут тоже у нас пункт воздушной разведки. Все, посмотрим. Два района тогда сейчас активирую. Так, придется объезжать. Блин. Где он? Вход. Сюда. С этой стороны. Так, что произошло? А, ребята пожаловали. Ну, мы на их территорию приехали, поэтому понятно, почему они такие недружелюбные. Они тут вообще все без спроса берут, оккупировали тут вообще всю пустыню. Поэтому можем и мы немножко понаглеть, чтобы беззащитных людей не трогали. Ну, вообще, борьба — это бесконечное занятие. Скорее всего, как и спор. Если разные взгляды, разные точки зрения. Так, это у нас активировано тут все. Так, здесь у нас капканчики для чего-то. Интересно. Что-то взорвать можем. Так, вот для тебя еда. Консервы. Быстрый спуск. И здесь у нас что есть? Лом. Да, больше нет лома. Здесь лестница. Сейчас проверю, что я что-то пропустила. А, нет. Все. Ну ладно. Подняться. Подняться ввысь и посмотреть на район с высоты птичьего полета. Открытый регион МЕО. Корабль издалека выглядит мирным. Постоянно одно и то же мне говоришь. Лагерь помойки третьего уровня сложности, прочный пугало. Привалочный пункт тоже третий уровень сложности. В общем, все по третьему уровню сейчас идет. Ну, еще, в принципе, играем и нормально. Непрочный пугало. Ну, в общем, все. Да? Угу.
Больше ничего нет, да? А нет, вот еще прочный пугало. Ничего. Ты уже его отметил. Укрепленный пугало и... В общем, все. Ну, предостаточно у нас здесь дел. Спускайся вниз. Разницы особой нет. Этот район или тот. Нам нужно собирать проекты для брюхореза. Лом тоже. Мы себя вперед прокачали. Не по плану, так скажем. Поэтому нам сейчас достаточно легко играется. Я потому что в своем темпе, в своем ритме, так скажем, проходила игру, да, не по основному сюжету, не по заданиям, которые у нас указаны. Да, отмечен зеленым. Вот. И когда я уже, так скажем, сама все узнала, нам потом обучение включили некоторые. И нужно было устаревшее уже улучшение установить для того, чтобы активировать башню брюхореза. Это я неудачно. Решила спрыгнуть, блин. Ну так все обошлось. Канистра у нас полная, поэтому... Можем ее пока выкинуть. И канистры, и про запас у нас бензин есть, поэтому... Сейчас пока не нужно. Ладно, раз этот район начали исследовать, минное поле... Ну, не знаю, это, опять же, снижение уровня угрозы. Пугало давайте. Рядом пугало одно, второе. Нужно его уничтожить. С двух сторон. Еще остались железные тотемы. Мы видим. Оттуда я не дотянусь, если мне нужны припасы, которые там останутся. Как вы хотите, чтобы я оттуда это дело достала? Потому что он не подцепляет ничего из предметов, есть только человека. Из человека можно уже патроны. Так, и с другой стороны у нас еще есть пугало. В войне вязались еще отморозки. Что-то далековато до этого пугала-то ехать. Но они нас не хотят оставлять в покое. Вот и не потерять. Помазалась. Врезалась прямо. Don't stray. В барьер. Самое удивительное, что в игре сделали так, что на механика не нападают, и нам его защищать особо-то и не нужно. Если будет какая-то опасность, он прямо на автомобиле угонит.
Так, с пугалом мы справились. Здесь у нас есть реликвия прошлого, опарышевой фермы деталь. Что мы сюда отправляемся? Так, а мы куда-то туда приехали, да? Тут у нас где-то небольшой лагерь. Возможно, в пещере. Под этой горой. Опять искать вход туда, блин. Места фиг найдешь. Для этого нам нужно было свалиться. По ходу дела, да. Значит, хорошо, что мы свалились. Мальчики, эта фотография примечательна двумя вещами. Во-первых, она была сделана во время последней метели в истории, а во-вторых, местная банда заложила в этом с виду невинном снеговике бомбу, и этот юноша превратился в малиновый сироп. Никому и ничему нельзя доверять, папа. Не могу вспомнить, что такое невинность, чистота снега и людей. Тот, кто любит войны, точно не сможет вспомнить, что такое невинность. Или повоевать. Пробивной какой, а? Так, это у нас деталь для проекта, опарышевая ферма. Ну, за этим я и пришла. Дальше отправляемся к грифу. У нас есть очки для прокачки. Далеко до тебя ехать, гриф. Где ты обитаешь? Где твое логово? Так, вот здесь должен быть где-то вход. В пещеру. Где у нас заезд? Не с той стороны, что ли? Приехала.
пойму. Блин, где вход в твою пещеру, а? Вот он. Проехала мимо. Ладно, не буду заезжать, а то потом... Ну, здесь, в принципе, проехать несложно, но легче на ногах добежать. Так, ты более узкой дороги проезжала, потом застревала, но здесь проехать, в принципе, реально. Где ты, мой змей-искуситель с панцирем на спине? Когда-то этот мир был совсем другим. Здесь брат не убивал брата из-за мусора. В том давнем мире уважали законы и правила. Ты защищал свою семью, своих детей. Я не помню. Твое тело помнит, оно дрожит, хочет задушить прошлое, боится сойти с ума. Я пытался вспомнить, но там ничего нет. Смотри еще раз и еще раз. Это прямо перед тобой. Когда это было, когда брат не убивал брата? Ну, если такой логике следовать... Брат брата, сестра сестры. Я имею в виду, что все люди связаны между собой. Как недавно я обсуждала одну книгу, которую прочитал очень близкий человек в моей жизни. И она одну фразу вычитала. И ей посоветовали прочитать эту книгу. Смысл в том, что мы связаны друг с другом. Человек, который убивает другого, представь, что это ты, ну, если кто верит в такие вещи. Тот, кого ты убиваешь, это ты в другом, так скажем, измерении, в другой параллельной вселенной. Потому что если рассматривать, что времени не существует, нет ни конца, ни начала. То есть бесконечность, она и есть бесконечность. Вот в этом смысле вы можете быть любым человеком, в прошлом, в будущем, как хотите рассматривать. В другой параллельной реальности можете быть тем человеком, кого вы ненавидите. А любое осознавшее разумное создание, существо ни за что не убьет другое живое существо. Оно просто знает, что этим оно оборвет, так скажем, прервет опыт, получаемый душой. Ну, там много причин, в общем-то, и сострадание, и развитие к свету, да. То есть разумное создание такого не делает. Это против воли другого существа. А в волю и навязывание воли вмешиваться нельзя в жизнь другого человека, только если не по просьбе того самого человека. Это уже идет за выбором, за вашим, в кавычках, не вашим, а просто... Если вас о чем-то попросили, вы сами можете выбрать, делать вам это или не делать. А если рассматривать о том, что одно существо может попросить убить себя, то есть попросить убить другое существо себя, то это опять же разумное создание такого не попросит, зная, что то существо возьмет на себя, так скажем, ну, если это называть грехом, либо, опять же, душа свой опыт частично потеряет. Совершать такие поступки очень сложно. Во-первых, если говорить о физическом мире, психика человека просто кардинально меняется. А если говорить о душевной составляющей, то
часть опыта потеряет душа. Очень долго придется восстанавливаться этому человеку. Ведь человек — это не физическое тело, да? Это ваша разумная сущность внутри, которую вы называете вашей личностью, то есть то, что делает вами, все ваши предпочтения, характер, плюсы, минусы, то, что делает вас душой. То есть вы разумное создание из космоса, в которое помещено физическое тело, уже созданное двумя людьми здесь, на Земле. Есть физическое рождение и духовное, так скажем, да? Ладно, не буду дальше эту тему продолжать. Давайте поговорим о том, что я здесь буду прокачивать. Просто людям, которые не интересуются такими вещами, логически невозможно рассуждать на эти темы. Понимаете, это тема той же веры, хотя я не религиозный человек, как я в прохождениях многих говорила, да? Я принимаю любую веру и к себе не отношу ни к одной вере. Вот эта тема внутренней интуиции, тема внутреннего развития духовности не в плане религии, да, не фанатизма. И такие вещи метафизические, которые наука будет очень долго еще изобретать какие-то приборы, и уже много чего сделано, не сможет прийти в своем технологичном развитии. И правильно проанализировав и преподнести людям, как оно есть. То, что не поддается, так скажем, вашему научному объяснению. Поэтому для таких людей нужно просто один раз эти вещи увидеть на себе. Только после этого они смогут поверить. А убеждать кого-то в этом и доказывать таким людям бесполезно. Даже если бы вы чудо держали на руке, они бы стали искать какое-то логическое объяснение. Поэтому в многих вещах, которые я рассказываю и верю, человеку в большинстве случаев приземленному, который старается дать всему логическое, научное объяснение, не понять. Поэтому я не один раз говорила, что вещи, о которых я рассуждаю, не для всех. Конечно, слушать вы их можете, и все могут их слушать. Не только на моем канале, и в любом другом месте. Подача материала, так скажем, по-другому у других людей, или в книгах вы могли это прочитать. Я просто излагаю мысли так, как я представляю мир. И многим вещам вы не сможете дать научное объяснение. Ну, если уж так по чесноку, научное объяснение могли бы дать те ученые. Но не в их власти эти объяснения давать, потому что они подчиняются тем, кто управляет миром. А тот, кто управляет миром, не в их интересах эти научные объяснения давать всем людям так, чтобы они поверили. И, как я говорила в Dead Space, мир находится на том уровне, что ни одно научное официальное заявление учеными по всему миру не даст людям стопроцентной веры в это, потому что людей настолько завели в заблуждение, что только каждый сам может прийти к чему-то. Сейчас только от каждого человека лично зависит, как внутренне он распорядится, скажем, своим выбором. Потому что в нас есть все. И темная, и светлая сторона. И только от вас зависит то, что вы выберете. Ну и второй шаг, это, конечно, объединение всех людей. Вот так вот. Я вижу развитие человечества. Если оно все-таки реализуется в положительную сторону хоть каким-то образом.
Подтверждаю.